А, вовремя. Люди надгробия таскают новые грузы. Но для чего? Он снова занялся наркотой? Они вооружены. Лучше не шуметь. Эй, вы же не фармацевты! Вас выдало отсутствие халатов! Рот закрой! Люди надгробия устранены. Посмотрим, что в бочках. Диокс-3? Это же химикат, который подействовал на надгробие. Зачем он ему теперь? Вперед! Быстрее! Вряд ли это средство от астмы. Снова чуваки и наркота. Нужно научить их не поддаваться давлению со стороны. Эти ингаляторы и Диокс-3 связаны между собой. Проанализирую ингалятор, узнаю, в чем дело. Тебя.
Этиокс-3 плюс спецамфетамины. Неплохой рецепт для временной неуязвимости. Это впечатляет. И пугает. На эту штуку будет огромный спрос. А поставщик только один, надгробие. Можно сделать антидот. Интересно, есть ли в грузовике химикаты? Займемся высокой наукой. Вот, одна доза антидота. Ее нужно испытать.